Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган душеничают в двух своих дочерях-погодках – Этель и Кларе. Звездные родители часто показывают девочек в соцсети, каждый раз вызывая умиление у своих многочисленных поклонников. На этот раз Эммануил Виторган поделился снимком старшей дочери Этель, который был сделан, вероятно, во время праздника. Малышка запечатлена в момент поедания сладкой воздушной ваты. Крошка Этель облачена в пышное черное платье, в мелкий белый горох, а ее голову украшает ободок. Выглядит девочка трогательно и очаровательно. Этелечка лаконично подписал кадр Эммануил Виторган. «Расти, малышка, умненько, красивенько и здоровенько. Счастья тебе, долгих лет, рядом с родителями», высказались в соцсети под этим фото.